кентуху на проводе. И прямо сегодня, прямо сейчас я зашел на аккаунт китка. Это тот самый чижик, который обратно начал обманывать людей. Он им всем продал делать прокачки инвентаря и на самом деле обманывал очень много моих же подписчиков. Потом прямо сегодня, ребята, я зашел на его аккаунт и я его проучу. И если вы, ребята, против китков, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, чики-бомбони, поехали! Ребята, чтобы понимали, это тот самый чижик, которого я уже два раза ломал, сходил на его аккаунт. Он обещал не кидать, и он обратно кидает. Он просто неисправим, поэтому прямо сегодня продам весь его аккаунт, чтобы больше никогда никого не обманул. Ну что же, просто обратите внимание на его ник. Это его ник прокачки на интервью. Какая прокачка, ты совесть-то имей. Обманываешь подписчиков моих-то, ребята, запомните вот это ID. Никогда, еще раз, никогда ему не верьте. Вот просто давайте посмотрим его личное сообщение. Вот я уверен, на 100%, то что там, ребята, сейчас будет что-то по типу пишет логин и пароль. А ну-ка, проверяем. Привет, ты попал в прокачки инвентаря от Кента ПК. От Кента ПК! Что, ребята, это обман? Это обман! Реал, бро, можешь дать на аккаунт сначала го, голды на лаг, вдруг скам. Блин, напишу. Бро, это обман! Ё-моё, вы посмотрите, обещал 10 тысяч голды. Ни стыда, ни совести, чижик, ребята, хэштег кидок, исправься в комментарии. Вы посмотрите, что пишет. Привет, ты попал в прокачки на Кента ПК, напиши логин и пароль, я значу 10 тысяч голды. Прикиньте, пишет чижик, я Сеня, твой модератор. Он даже своего модератора пытается обмануть, его вообще ничего святого нету. Ты что делаешь, дорогой ты мой? Ребята, мой вам совет, никогда никому не пишите логин и пароль, кроме Кента ПК, настоящего. Окей, в дискорд пойдем. Что? В какой дискорд? Напишу, это обман, это обман. Ё-моё, ребята, вы посмотрите. Посмотрите, при этом попал в прокачки на Кента ПК, напиши логин и пароль. Серьезно? Чижик, ну да. Вау. И чижик пишет, пиши быстрее логин и пароль, пока не передумал. Ах ты, чижик, бессовестный, говорил мне, что никогда никого обманывать не будешь. Вы посмотрите, что он делает, ребята. Ну что ж, давайте прямо сейчас посмотрим его профиль. Мне сейчас максимально неприятно, что такая ситуация вышла. То есть это чижик, а профиль 2000 часов. Я думаю, что если он будет дальше таким заниматься, то я просто возьму и забаню его аккаунт. Поэтому чижик, исправься. Ребята, очень хорошо, что его сейчас нет на аккаунте, и он не знает то, что на аккаунте я. Мы сейчас на аккаунте найдем полную суету. Первое, что мы делаем, это ник я обманщик. Что? Он еще и в клане маслята? Он еще в клане маслята? После этого видео, поверьте мне, можешь с этим кланом попрощаться и забыть про него, потому что маслята не приветствуют китков. Прямо сейчас мы приходим в инвентарь и посмотрим, что же там такое интересненькое. 3, 2, 1, погнали! Да ты что, дорогой ты мой? Вы посмотрите на аккаунт, ребята. Куча кейсочков, куча фурия с кейсочков. Знаете, для чего у него кейсочки? Он, наверное, берет школьников, зовет дискорд, показывает свой инвентарь, говорит, я тебя буду прокачивать этими кейсиками. Поэтому, ребята, никогда не верьте! Ё-моё, вот это он аферист. 12 тысяч голды. Откуда ты взял, дорогой ты мой? Я его так проучу после этого видео, ребята. Он больше никогда никого не обманет. Посмотрите, у него даже есть эмочки некромансер. Ай-яй-яй-яй-яй, дорогой ты мой. Как много разных рарочек, как же много всего. У него есть даже легаси, у него есть АВМ Генезис. Ничего себе, сказал я себе. Обалдение, мусь. Вы просто посмотрите, ребята. Ну что же, смотрим дальше. Вы посмотрите, как же много арканочек, как же много перчаточек, как же много всего. Сладенький ты мой. Ой-ой-ой-ой, посмотрите на этот замечательный АКР Спорт Статрек. Какой же он сочный. Ай-яй-яй-яй, какой же он красивый. Ребята, я думаю, сегодня этого АКР Спорта просто-напросто не будет. Посмотрите, как же у него много эпиков, и у него даже есть USP Genesis. Что? Так, стоп, это не сон, это настоящий? Я могу прямо сейчас его взять и выставить на рынок? Я просто в шоках, как такое возможно? Заработал, кидал вам USP Genesis себе! Ладно, ребята, я думаю, сегодня ему не поздоровится, у него очень много наклеек, медалей, куча, много всего. Ну что, дорогой ты мой, начнем, ребята, наводить суету, чтобы он больше никогда никого не обманул, типа прокачка. Нам надо прямо сейчас, ребята, открыть кейсочки. То есть мы прямо сейчас открываем. Ну что же, если выпадает рарка, это хорошо, потому что чем меньше голды у китка, тем больше голды у честных игроков. USP писец, ну это просто полный писец! Ну что, продолжаем дальше. Let's enjoy
джентльмены, и на, выпадает кисточек номер 2. Пролетает все арканы G22 Starfall. Наверное, по-любому любимый скин китка. Знаете что, а давайте-ка мы даже этот G22 применим. Применили. Да ты шо, вообще сказочка. Ну чё, смотрим дальше. У нас еще осталось очень много кисточков. Ребят, я уверен, что надо от них избавиться, чтобы больше никогда никого не банил. Опа, ты где фейбл? Повезло молодому, повезло. Хотя как повезло? Мы же еще можем сделать вот так, продать за одну голду. Не повезло, побежочек ты мой сладенький. Так, осталось ровно 10 попыточек. Рарочка, выпади, Нимус. Опа, G22 Starfall, то, что доктор прописал. Но если ему выпадет, например, бабочка, то я думаю, эту бабочку можно перекинуть на свой аккаунт. Вы сами понимаете, ребят, я как Робин Гуд собираю у китков, отдаю себе. Ха-ха, да ладно, шучу. Кстати, да, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто пострадал от рук этого китка. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, потому что я вам, возможно, эту голду смогу компенсировать с его аккаунта, конечно же. UMP45 серберусь. Так, ребята, я чуть не понимаю. А у нас будут арканы, например. Вот если сейчас подать аркана, я ее продаю на свой аккаунт за 0.3, отвечаю. Вот если бы сейчас бы Dragon Glass выпал, вот было бы. И потом этот Dragon Glass отдал бы тем людям, которых он обманул. Так, ну что же, осталось ровно 6 попыток. И нам выпадает с очередного фейпл кисечка. Ну, 5 стен и ном. Нет! Такое ощущение, что Стенов 2 чувствует и говорит: да не, китуха, это аккаунт китка. Я ему ничего нормального не дам. Стенов 2, обнял, приподнял. Впервые в жизни рад, что падают одни рарки. Так тебе надо, чтобы знал, как заниматься кидаловом. Так, ну что же, Ли. Ой-ой-ой. 400 самурай. И знаете, что мы сделаем? А мы сейчас эту эвочку самурай даже не за одну голду продадим, а за 003. Чтобы знал, чтобы не повадно было. За 003. Просто идеально. Ну что ж, у нас осталось ровно 4 попытки. Отличный скин. Отличный. Замечательный скин. 5-7 Tactical. Я думаю, все китки мечтают о таком скине. Ну что, у нас осталось ровно 3 попыточки. Поехали. Харей закручу, верчу. Аркану хочу. Обратно 5-7 Tactical. Походу, 5-7 Tactical это любимый скин всех китков. О! У нас остался Furious кейсик и Ravel кейсик. Это же дорогие кейсики. 159 голды, а вот это стоит 370. И прямо сейчас, ребята, сейчас будет контентик, все как вы любите. Поехали! Ravel кейсичек открываем и выпиваем. Ой-ой-ой-ой-ой! Ах, Эрник Роман, все равно повезло, молодому. Пока что я продавать не буду. Продам попозже. Ха! Так, а где был Furious кейсик? Не понял. Не понял. Куда ты это спрячешься? Мы тебя тоже откроем. Или ты думаешь, если ты стоишь 400 голды, то тебя можно не открывать? Конечно, откроем, ребят, на изличах, просто смотрите. Абракадинимус, рарка, китку, вонючему, выпадинимус. Сейчас почему, сейчас все будет, не переживай. Я сейчас закрываю глаза, когда открою, там будет его любимая рарочка. И юмпистер 5 шар, как же это приятно, как же это приятно, ребята. Вот я бы сейчас продал бы эти тычки эйсид, но если честно, ребят, ну я не могу, ну мне реально жалко, ну блин, реально жалко. Давайте поставлю на рынок их за 1999 голды, чтобы он зашел на аккаунт, такой смотрит, ничего нету, начал переживать, начал кипишевать, а оказалось, такен ДПК на рыночек-то запрятал, ха! Так, ну реально мне как-то жаль его. Ну вот, например, М4 Лизер продать за одну голду, ну, ребята, это всегда, пожалуйста, это говорится, обращайтесь! Ну что, чтобы знал, как обманывать подписчиков, а куда ты еще набираешь? О, так мы можем сделать даже крафтик, ребят, ну а че бы нет, сейчас мы сделаем крафт на аккаунте китка, и то, что мы скрафтим, продадим за 0.03. Ахалай, махалай, бау! 5-7 Tactical статрек, как говорится, пацан сказал, что продаст 0.3. Пацан сделал, продаем за 0.03. До свидания. С днем рождения, братуха! Так, ребят, дальше у нас идут рарочки. Опа, а что ты делаешь наклеечка? Не понял. Не понял! А что тут делать наклеечка? Мы еще ее стираем. Не, ну а что бы нет? Также у него был USP Genesis. Это его самый дорогой скин. Он его заработал по-любому кидалом. Где ты, мой сладенький? А, я же его выставил на рыночек. А знаете что? А давайте-ка мы прямо сейчас отменим и поставим на продажу на рынке за 999. О, идеальненько. Просто идеальненько. Давайте посмотрим, что же мы еще можем сделать в аккаунте. Слушай, у меня сейчас мало инкомонов. Мне кажется, мало скинов как этого китка. Сейчас купим 50 штучек. Ну как-то маловато 50 штук. Но мне кажется, у нас же охота с наклейками. Купим 100 штук. Ха-ха! Прямо сейчас полетели. Ай-яй-яй-яй-яй. И давайте проверим, споймали наклеечку или как обычно. Так, ни одной наклейки не повезло китку, да? Не повезло. Надо еще покупать. Не споймали наклейку. Давайте попробуем споймать тут. Покупаем 100 штук тоже за одну голду. Вы готовы, дети? Никогда никого не обманывайте, иначе кент покалом унет ваш аккаунт и сделает то же самое. Если вы будете обманывать, то вам все это воздастся. Поняли? Поняли. Так, я обманщик и поменял аватарочку. Поменял аватарочку на вот эту бомбочку. Потому что я думаю, у него будет примерно такое же выражение лица.
лица, когда он зайдет на этот аккаунт. Потому что на этом аккаунте вообще ничего нету. Голда пропала, ничего нету. А может быть, мы арканы с 0.03 попродаем? О, с наклеечкой. Давайте мы наклеечкой сотрем. Ай-яй-яй, минус 28. Нема наклеечки. Некромансер. Ща мы продадим. Будет знать, как обмануть людей. Мне, честно говоря, стыдно такое делать. Ну а ему-то было не стыдно фейку прокачки инвентаря про людей. Не стыдно было! Ему было не стыдно, все идеальненько. Так, у него еще слишком много голды. Давайте мы еще, ребята, выберем арканы. Я сейчас буду с закрытыми глазами выбирать стыки на аркану. Ой, с закрытыми глазами. Оп! Я одну эмочку продал, одну эмочку купил. Идеально. Обратно же, ребята, давайте так подороже можно даже выбрать. Вот так. Опа! Обратно! Да ё-моё, так. Давай, давайте перетусуем. Обратненько, самурай, ты что за ерунда? Так, файм с инвиномчик, статрек, покупаем. Ну а че бы нет, ребята, могу себе позволить, хэштег богатая жизнь. Оу май. Так, ну что же, я, мальчик, приобрел скин за 200 голды, хорошо. Так, ребята, также у меня была бабочка. Давайте мы еще эту бабочку выставим тоже на рынок. Запрячем, чтобы ее никто никогда не видел и не нашел. Выставляю на рынок за 99 тысяч. Раз, два, три. А прикиньте, кто-то купит это. Будет ор. Все, ребята, бабушка, Ареса, нож, бабушка уже на рыночке за 100 косарей. Я буду орать, если кто-то реально купит. Так, ну что, почины суеты мы навели нормально. Можно еще пару крафтиков сделать. А че бы нет, у нас очень много рарочек. Можем сделать, так сказать, избавиться от ненужных скинов. Сейчас мы, ребят, перекрафтим весь его инвентарь. Блин, эпика не хватает для крафта. А может, крафт легендарок сделаем? А ну-ка. Блин, ребят, легендарок тоже не хватает. Ну что же, ребята, я думаю, уже нормально навели суеты на его аккаунте. Погнали, прямо сейчас ему позвоним, узнаем его реакцию и скажем ему, чтобы он исправился. Иначе я продам весь его аккаунт и всю его голду потрачу и раздам бедным подписчикам. Ну что же, ребята, давайте прям сейчас его набирать. Алло, алло, сладенький, ты тут? О, Кента, пока, здорово. Братик, смотри демонстрацию экрана, угадай, где я. А что это? Зайди, это мой? Я обманщик. А что ты за ник поставил? Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, что это такое? Привет, и по прокачке инвентаря от Кента ПК. В какое еще? Попу прокачку инвентаря, у меня не было никаких прокачек инвентаря, дорогой ты. Может, что такое? Да как? Ты же делал прокачку, ё-моё. Что, ты нормальный? Ты людей обманывал? Не, я пол, ты ничего не ствол. Ты ничего не ствол. Видишь, всё, видишь, выйди, эту аркану? Выйди с аккаунта. Я пол. За одну голду. Аркана. Ты сейчас кредит будешь оформлять у меня. До свидания. Ай-яй-яй. Ты нормальный? Я сейчас продам USP-генез. Ты напросился. Ты реально напросился. Зачем ты кидал? Зачем ты кидал? Я долго на него копил. Да, долго копил. Ты имел в виду долго обманывал подписчиков Кента ПК? Нет. Извиняйся. Прости, прости, прости. Больше не буду, пожалуйста, не буду. Это не искренне, это не искренне. Я сейчас продам. Я больше не буду никого обманывать. Больше не буду. Слово мужчины дай. Слово мужчины. Я вижу, ты думаешь, я шучу. Ты думаешь, я шучу? Все. Я прям сейчас продаю. Ты готов? За голду. Нормально? Пожалуйста. Нет, не надо. Все, я больше не буду, правда. Правда, не буду. Ты плачешь? Пожалуйста. Я долго на него копил. Не надо, пожалуйста. Ты копил или обманывал подписчика? Признавайся. Обманывал, все. Но я больше не буду обманывать. Дай слово мужчины. Слово мужчины. Дай. Прямо сейчас ты никогда больше никого не обманешь стендов. Дай слово мужчины. Больше никого не обману в стендофе. Честно? Честно. Я тебя немножко проучил. Ты видишь, сколько у тебя голды? Я потратил 2000 голды, купил тебе много всего, потом сам зайдешь на аккаунт, посмотришь. Скажи мне только одно. Ты искренне сейчас говоришь, что больше никого не будешь обманывать или нет? Скажи мне правду. Это правда, больше вообще никого обманывать. Ты зайдешь и все напишешь. Не пишите логин и пароль. Правильно? Да. Вот видишь, всем этим людям ты прям сейчас напишешь. Вот, это твой подписчик. Ты с модератора пытался даже обмануть Джорджа какого-то. Ты точно никого не обманешь. Извинись перед Джорджиком прям сейчас. Джорджик, прости меня. Ладно. Я тебе дам шанс, но это последний раз. Если еще хоть раз жизни. Это уже какой-то третий раз, скажись. Если еще хоть раз жизни, я вижу, что ты занимаешься таким делом. Поверь ты мне, тебе сладко не будет. Ну что же, мои уважаемые подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне делать с Чижиком. И напишите, пожалуйста, если у кого-то из вас обманул, напишите, пожалуйста, в комментариях. О, он вам точно даст голду. Ты отдашь голду по комментариям? Да, отдам, отдам. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал. Также, ребята, подпишитесь на мою телегу. Ссылочки есть в описании. И напишите любой хороший комментарий. И на YouTube канал подпишитесь, и на инсту. Все, ребята, а в телеге, кстати, будет раздача промиков. Поэтому не забудьте, реально, на телегу обязательно надо подписаться. И на инсту обязательно, и на YouTube канал обязательно, везде обязательно. Все, пацаны, всех обнял, приподнял. С вами Кентуха. И исправленный кидок Чижик. Всем удачи! Всем пока!